Мечники, Вика и Данил. Администратор Таня, це я, и помічники Юля и Женя. Женя помахає свого місця, а Юля відхиляється до своєї команди. І клас Advanced, адміністратором Елісоє і помічниками Джелсон та Діана. You're welcome. Це ті, хто можуть відповісти вам на будь-які питання, просто душевненько поспілкуватись з вами, тому прошу любити, жалувати і плескати команді English Club. Спасибі, можете сідати. Два, один, played on Saturday. What's your name again? Андрій. Людина, яка першою завершить заповнювати всі клітинки голосного відвідування. Вже казали, що ми відмічаємо відвідування і це буде робити вплив. The library. Доброго дня! Сьогодні у Walking Habit проходив англійський клуб. Представтесь, будь ласка. Доброго дня! Мене звуть Таня. Таня, а хто ви? Ви представляєте англійський клуб, я так розумію? Так, більше того, я представляю кемпус, студентський рух, який організовує, власне, цей англійський клуб. А чим займається кемпус? Кемпус – це громадська організація, яка допомагає студентам розвиватися у чотирьох різних сферах. Це соціальна, фізична, духовна та інтелектуальна. В кемпусі беруть участь як власне студенти, так і співробітники, та є велика команда волонтерів. А чим особливий англійський клуб від кемпусу? Англійський клуб, який ми організовуємо, це щорічна подія, на яку ми запрошуємо більше 100 студентів з різних вузів Дніпра. Також нашою родзинкою є викладачі, які приїжджають з Сполучених Штатів спеціально для цього часу на один тиждень. І кожного вечора по 3 години в iCoworking Hub ми проводимо уроки розмовної англійської, які включають в себе власне лексику, граматику, багато різноманітних відео, ігри, фан, спілкування. Тобто це можливість практикувати англійську мову з носіями в дуже неформальній, комфортній атмосфері. А які плани у англійського клубу на майбутнє? Напевно, як рух, ми все-таки прагнемо рухатись, і рухатись вперед для нас означало би трошки вирости по масштабах, самого клубу, можливо, придумати нові види розваг, можливо, це будуть нові теми. Точно буде цікаво, не менш цікаво, ніж цього року. Дякую вам дуже, хай вам щастить. Спасибі, до побачення. Окей. Всім привіт, мене звати Джелсон. Я приехал из Анголы, это на юг Африка. Я уже здесь, в Украине, получается, 3 года. Я учил русский язык. 3 года. Я когда приехал, ничего не узнал вообще. Это было очень, очень сложно. Как сказать, мне сейчас легко здесь. Больше понимаю, больше говорю тоже. Я люблю общаться, люблю дружить. Это моя, как типа... Ну, я это очень сильно люблю. Чем мои хобби? Я люблю спеть, я люблю играть на барабанчике тоже, люблю
познакомиться новые людей, узнать новую культуру. Еда Украина вообще прикольная, мне очень нравится борщ. Да, да. Но чем я занимаюсь здесь? Я учусь, я студент на строитель, в ДИИТ, на строитель учусь, на третий курс сейчас, скоро домой, через год, через 2 года, наверное, домой уже иду. Хобби. Ну, хобби я уже сказал, наверное. Короче, я с кампус, служение кампус, мы помогаем студент, молодежь, студент, мы помогаем разные сферы. Это духовная сфера, спортивная, социальность, да, и это все мы работаем только со студентом и молодежь, да. И мы сегодня на английском клуб, это уже второй раз, который мы проводим English Club, это, ну, мы помогаем студентам больше общаться на английском, узнать, учиться. Да. Раз в год, да, вы собираетесь? Да, да, раз в год, да. Это раз... второй раз, то есть в прошлом году первый раз был, сегодня? Да, 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 это второй раз, да. И это большая возможность познакомиться с много разных людей, это вообще прикольно, неожиданно, только что то, что много студентов заинтересовало на это мероприятие, и мы так рады за это, и спасибо всех, да, спасибо всех, но не обращайте внимание на мои российские, они... Превосходный русский язык. Джелсон, что бы ты мог бы пожелать всем желающим вступить в английский клуб? Ага. Ну, я примерно желаю всех студентов, которые здесь, чтобы они брали что-то знание, что-то для себя. Я так заметил, что много людей здесь, в Украине, не знают говорить на английском, но они просто стесняются говорить за то, что думают, что я буду сказать что-то с ошибок и такие. Но я хочу вам пожелать за то, что не боитесь об этом, потому что я тоже русский, не говорю хорошо, я все равно говорю больше, чтобы людей меня больше поняли, и чтобы я чувствовал свободен, и каждый день мы можем что-то научиться. И, ну, здесь ты можешь, всех можете, конечно, общаться много, использовать свой английском языке, несмотря на то, что ты плохо говоришь, это не важно вообще. И, да, я желаю мудрости, желаю, конечно, друзья много, да, да, и спасибо, что вы с нами, конечно, да, 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 вот. Спасибо, Джелсон. Спасибо, давай. Hello, my name is Joe Reagan, and I am volunteering this week to help with the English club that campus is having here at the Open University. As a volunteer, I am helping lead the pre-intermediate class and trying to help them discover the joys of learning another language, and also to understand how they can improve their language skills in English. I gave them an example today that I just returned from the country of Portugal, and I was in Lisbon. And so I shared with the group a story about being in Lisbon last week, and every student that I met on campus at the Technical University in Lisbon spoke English very well, at a very high level. And I asked them, how is it that you speak English so well? And they said because they started in the fifth grade, sixth grade, and they studied English from then until till today. And they speak, in all of the countries that I have been in Europe, I just discovered that they speak English at a very high level. And so I would like to see Ukrainians be able to learn languages like that and to be able to be as fluent and speak as freely as the students in Portugal did. And so that is one reason why I love helping students in their discovery and their learning of a new language. Joe, what do you plan in future? Okay, I live here in Dnipro, and I have lived here since the war started in eastern Ukraine, because before then I lived in Donetsk, and so I relocated here. And so I've been here almost 4 years, and part of my real job is doing humanitarian help with mostly the displaced people from Donetsk and Lugansk.
and our organization helps do feeding, and we're hoping to do some training and help those people that have been displaced war so that they can become productive citizens here in Dnipropetrovsk and also in other cities throughout Ukraine. Great. Thank you very much.